Итак, как это записывается? Что ж, всем привет! Меня зовут Цыганов Кирилл, я танцор, хореограф, постановщик. И это видео будет про Волга Чемп. Это такой самый популярный, я думаю, самый известный чемпионат в России по танцам. И я этот влог снимал в мае, в 23-м году. Сейчас 31 декабря этого года, и я хочу доделать это дело. Скорее всего, может быть, вы тоже смотрите это сегодня, 31 декабря, может, уже в январске, а может, уже вообще там когда-то потом. В общем, это видео будет про чемпионат, тут будет и тренировки с моими командами. У меня было 3 команды, это команда начинающих, которые прям вот я только-только создал, а команда творческая, это подрастающий про, и Эллинс, которых вы, скорее всего, знаете. Я еще выходил в соло, я еще судил, я еще давал классы и ходил на классы к другим хореографам, поэтому это все будет в этом влоге. Для меня это был такой первый опыт в плане влога и в плане монтажа. Я сам его монтировал, наконец-то я его смонтировал, влог получился очень сильно объемным. Вот, и так как это мой первый такой влог большой, я уже давным-давно хотел заняться таким родом деятельности, сохранять, так скажем, танцевальную жизнь и обычную жизнь в формате вот таких вот влогов, чтобы они оставались как на память и делиться с вами, с подписчиками, с друзьями. Вот, в целом все. Что ж, так как это мой первый опыт, пожалуйста, не судите строго. Я там где-то в каких-то моментах с сарказмом относился ко влогу, где-то я серьезно намонтировал там что-то. Вот, поэтому он такой прям разношерстный, но я думаю, что он интересный, потому что тут очень много чего в нем будет сейчас. Поэтому желаю вам приятного просмотра. Надеюсь, что вам понравится, надеюсь, что вам будет интересно. Все, погнали. Кстати, смотрите, в какой я футболке. Волга Чемп специально надел. Короче, все. Смотрим влог. Итак, значит, всем привет. Сейчас я направляюсь... Сейчас я направляюсь на занятия с начинающими. Время 14:14. Как вы понимаете, я опаздываю уже на 14 минут, и меня, наверное, плохо слышно, потому что ветер. Значит, да. С начинающими мы тоже готовимся только на Волгу. То есть это будет их первое выступление. Они у меня новобранцы, начинающие. Первый раз я собрал команду начинающих. Вот посмотрим, что из этого выйдет. Вот смотрите, как на электрозаводе всегда красиво. Машина тут ездит, птицы сидят. Ой, машина еще одна. Днем здесь, конечно, получше, чем вечером. Зеркало супер. Вот они мои начинающие. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, цара-ра. Ца-и-ца-и, воу-воу-воу, эй! И бум! Ца-бэ, тарара-тарара! Эй-эй, ца-ца-и, бэм! И эй-эй-эй-эй-эй! Эй, тарара-ра-бэ! Эй-эй, бум! Эй, бэм! Эй, тррр, бэй! Бэй! Тара-тара-а-а-эй! Итак, ну что ж, закончилось занятие с начинающими, потренировались, чуть-чуть почистили, надеюсь, что успеем сделать нормально до чемпионата, иначе все.
тебя выйдут плохо. Итак, я уже собрался, оделся в свою обычную одежду, в которой я хожу каждый день. Сейчас поеду на регулярную тренировку Эллен's Crew. Конечно же, мы тоже с ними готовимся к Волге. У нас будет даже два номера на Волгу, поэтому есть что отработать и есть чем заняться. Сейчас буду вам показывать процесс тренировки. Поехали. 5, 6, 7. И ца. Алин, большие пальцы. Вот такая вот у нас предпоследняя тренировка перед чемпионатом. Как дела? Ты когда постужешься? Проблема. Как дела? Жарко. Жарко? Да. Я тоже согласен, что жарко. Юль, как дела? Это у нас края сцены. Чтоб мы не разошлись и поместились в последней линии. Это я, короче, я снимаю влог с Волги, если что. Как дела? Хорошо. Супер. Ты не болеешь больше? Нет. Супер. Оставим так руку. Потому что я не умею еще снимать. Все. Дальше продолжается интервью. Все, уже такси вызвал домой? Да. Сейчас на моем бюджете. Ирикси, 500-300. Мы едем. Все, как дела? Волнительно жрать бед. Волнительно жрать бед. Это хорошо. Кошмар. О, Айдар голый. Айдар, как дела? Хорошо. Босс, как? О, май. Аня, как дела? Как дела? Супер. Я в поту. Юлиана, вы простите. Как дела? А вон огонь в том. Какую шутку? На шпагате. Ваня штаны на шпагате. Все посмеялись. Короче, всем пока. Пока. Короче, мы тренируемся вовсю. Готовимся вовсю. Нечего сказать. Очень устали. Ну, не, нормально. Зато готовы. Да, Лин? Да. Снимаю, как ты переодеваешься. Это шок. На. Эй!
Итак, сколько время сейчас уже? Время 5:30, мы закончили тренироваться с моей творческой. Вот, мы с ними тоже готовимся на Волга-чем. У нас уже было 100 миллиардов ночных, мне ночные только с ними. Нормально танцуете? Вась, нормально танцуешь? Да. У меня запротоколировано. Я если что... Мне нравится этот кроссовок. Наш твой? Да. Ну все, идите отдыхайте, встретимся через неделю на Волга-чемпе. Утро уже! Нифига себе, Эва! Ребят, вообще-то неделя до Волги. Готовы. Уверена? Уверена, я здесь ставлю все ошибочки. Я готова. Они нифига не готовы, блин. Думаешь, что готовы, а нифига не готовы. Надо, блин, еще очистить 100 лет. Как всегда. Чисто никогда не бывает. А они вон, смотрите, все расслабленные, веселые. Пошли домой отдыхать. Неделю целую до чемпионата они пошли все отдыхать. Неслыханно какая-то, невиданное счастье у них, что они идут отдыхать. Вообще-то не отдыхать надо, а тренироваться. What you know about rolling down the deep end? If anyone falls, everyone is free. Смотрите, мои начинающие привезли костюм и вместе сейчас будут его тащить. А я сейчас буду как истинный педагог просто смотреть на это. Но я не должен был быть здесь, я просто слежу за ними. Но они знают, что я тут. О, ура, костюмы! Уху! Чего-чего? Ура! У всех уже есть костюмы, у них нет. Ну ладно, все есть. Надеюсь, подойдут. Смотрите, все вместе идем в зал. Привет. Ах, господи, как блин. Ах, жизнь прекрасна, когда спал всего лишь 1 час. О, красиво. Вот только посмотрите, какая атмосфера. Короче, последняя тренировка, я уже об этом сказал. Последняя тренировка в Москве перед Волга-чемп. Тренировка это с моими начинающими. Они на самом деле меньше всего, я думаю, что готовы. Ну, потому что они начинающие. Вот. И, наверное, мне так кажется. На самом-то деле они хорошо готовы. Просто они начинающие. Им нужно чуть больше времени для того, чтобы отработать свои умения танцевать. Вот. Но они молодцы. Но надо еще времени. Ну, ничего. Это будет первый разок. Надеюсь, им понравится. Вот, и надеюсь, что все будет хорошо. И что тренировка сейчас тоже пройдет хорошо, и я не разозлюсь, как всегда. Ладно, не как всегда. Так, сейчас мы еще чуть-чуть постоим и пойдем в зал.
просто вам придется послушать этот звук чуть-чуть. Короче, сегодня первый день Волга Чем. Сегодня начинается класс, и сегодня уже все, ну, короче, все начинается. Вчера уже все приезжали туда, сегодня тоже все приезжают. И уже как будто все началось, хотя последний день, самый основной, последнее выступление, 8 мая, будет только через неделю. То есть все уже началось, и как будто вроде еще есть неделя, а все уже началось, и а еще есть неделя. А соло еще не поставлен нифига. Вот, я переживаю, что ничего не успею, но надеюсь, что успею. Так, ну все, Ксюша не пришла. Надо заснять ее вход, или она уже пришла? Между прочим, прошло уже полчаса от тренировки. Опаздывать плохо. Как настроение? Волнительно? Да. Поднимите руку, кто первый раз выходит на сцену. Ага. Вот это да. Почему ты опоздала? Проспала? Очень плохо, Ксюш. Лучше бы соврала. Так, ну что, я вас поздравляю с последней тренировкой в Москве. Все, встретимся на Волга Чемпе. Вы готовы? Потом мы с моей подружкой Иришкой пробовали надеть мне эти супер огромные линзы, которые я купил для дополнения своего образа. В общем, смотрим. Ира, снимай влог, я снимаю влог. Можешь снять? Как? Итак, как вы уже знаете, я спал сегодня всего лишь 1 час. Вот, купил себе костюм на соло. 9000. Давай. Блин, она опять уже засохла. Давай быстрее, может, чтобы другую? На видео у тебя получится, давай. Засохло. Тут они помещаются тоже, блин. Все, больше не надо снимать. Снимай.
Ну, сейчас еще чуть-чуть. Как твоя подготовка к Волгир? Моя подготовка полным ходом. Что ж, табуретку купила. Давай по новой, Миша, все хуйня. Я тебе говорю, его надо поднять. Подготовка к волгочемпу. Это причем не линза, это большая линза, видите? Она больше, чем глаз мой, блядь. Давай мне вставим. Что? Линзу. Аж до слез от волгочемпа, блядь. Почти получилось. Почти получилось. Нижнюю теперь меня отколупай. Кирилл, у тебя глаза слишком маленькие для таких линз. Оно туда не влезает. Вот так надо? Вот, 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 поехала туда сейчас. Сейчас залазит, залазит, залазит. Ой, блядь. Очень смешно. Там был этот кружок. Я тебе сейчас кружок этот видел. Она залезла почти что. Да, а если ты вот так глаз опустишь вниз, я тебе поставлю, а ты глаз поднимешь, и она заедет вместе с глазом. О, кстати, да. Или вообще какой-то уродец. Половые губы. Так, значит, сейчас мы смотрим. Блять, ну, Кирилл, ты меня-то уж не срами. Глаз наверх. Ой, иди ты, это невозможно. A few moments later. Ура, мы залезли. Да, тебе надо ее чуть подвинуть в ту сторону, она у тебя, блядь, где? А сейчас я положу глазом. Сейчас он еще привыкнет. Ох, еб... Ну что, как там? Как будто мне палки, блядь, в глаз вставили. Реально? Больно? Ага. Вау. Вот так, ребята. Вот так, блядь. Простите за матку. Ах, конечно же, сразу же. Ну, он, конечно, у тебя очень грустный сейчас. Но мне нравится, что он такой, я тут заплакан. Еще будем, кстати, вот так просто. Без завязки. Как будто бы без завязки красиво. Вот, видите, как всегда она очень красиво делает?
она задействует корпус, она задействует ручки, она задействует ножки, как высоко поднимать, еще и качает нас, еще и красиво. From your head to your toe, everything you see is what you know. Like when the sun rise and when the sun go, put down the pride and think what you do. Many men fall 'cause them wisdom low. And if you never... Итак, я уже отвел мастер-класс на Волге. Ой, я во влоге. Привет! Вот, смотрите, Женя. Короче, рядом, мы, я его могу потрогать, он здесь. В Нижнем Новгороде, в классе, Кирилл, было очень круто. Да. Подписывайтесь на нас в инстаграме. Тут сейчас по ссылке появится. Да-да-да, тут вот. Ссылки на Женю на инстаграм. Подписывайтесь, ставьте лайки. Смотрите, что он сделал со своей командой. Это просто жесть. Вот. Классы чемпионата. Здравствуйте. Целая арена. Вот это все, вот этот человек. У него, блин, ножка болит, он не может пока танцевать. Ничего, зато сейчас заживит. Заживит. И будем разваливать. И будем разваливать летом. Это Иван, у которого классная заколочка. А это Сардана и Ева. Им отдельная благодарность. Тебе, Кирилл. За их суперский танец со мной, за то, что они мне помогли, блин. Ну и Ване тоже. Ваня вообще всю песню танцевал в конце, блин, как ошарашенный. Спасибо всем ребяткам, кто был на классе и старался. Удачи всем на следующих классах. Вот сидим с ребятами, кушаем еду. Вот такое вот. Да. А почему ты решил влог? Ну, сейчас, подожди, а я вот захотел на YouTube пойти. Юль, как дела? Кушаю бэт-бэт. Так, а почему в момент, когда Кирилл стал вести влог? Вот, я теперь веду влог на YouTube. Вот мы сидим, кушаем. У меня вот компот, салат, картошка фри. Ребята вам что-то обсуждают. Интересно. Итак, время. Сколько, Вань, времени? 0:20. Время 0:20. Смотрите, я наделал другие линзы. Мерю. А, время делать соло. 0:20. Короче, первый день прошел хорошо. Мне кажется, я это 100% не вставлю, потому что там слишком много будет. Блин, посмотрите, пожалуйста, на вот эти черные глаза. Скажите же, что мне больше идут они. Напишите в комментариях, какие глаза больше вам нравятся на мне. Мои? Голубые? Или черные? Короче, сейчас нужно будет когда-нибудь в какие-нибудь свободные часы поставить соло. Я очень надеюсь, что это получится. У нас у всех, потому что я уже у кого не спросил, у всех, ну, по готовности соло, ну, так себе. Это, конечно, не успокаивает. Надо сделать. Очень хочется сделать хорошо. Надеюсь, получится. Класс прошел очень хорошо. Было весело, задорно, энергично. Вот, все, потом с ребятами покушали, поели, поболтали, поржали, посмотрели рилсы. Вот, ничего особо интересного. Блин, глаза вообще. Короче, все. Увидимся там какие-нибудь остальные дни, в которые будем мы все тренить, делать соло, дополнительные тренировки, потом судейство, потом еще судейство, опять тренировки, и потом день X, 8 мая. Итак, всем доброе утро. Мы на завтраке. Смотрите, какой у нас шведский стол. Это Айван. Это шведский стол. Это снова Айван. Смотрите, какой у него крысиный хвостик. Еще тут у него татуировка есть. Треугольная. Он там что-то в себе все мутит. Вот такой у нас ресторанчик. Что вам еще рассказать? Сейчас поедем делать соло. Конечно же. Мы не смогли встать прям рано, но смогли, так смогли. Вот такой вот завтрак.
Ваня все ходит и не может себе набрать завтрак. Итак, кофе со сгущенкой, салат со сметаной, вода, бутерброды, видимо, сосиски с картошкой, хлеб, блин с нутеллой. Ты хочешь на соло выкатываться шариком? Да. Вот зашли в Скуратов. Думаю, что все танцоры, которые ездят на Волгу, знают эту кофейню. И все эти дни пьют тут кофе. Вон Ваня сидит. Взял себе какой-то холодный напиток. Как дела, Вань? Хорошо, едем тренироваться. Тут очень прикольный и очень вкусный кофе. Надеюсь, он поможет в постановке соло. Вот такая вот Покровская улица. Точнее, уже заканчиваем. У Вани там чуть-чуть поменялись планы. У меня ничего не получается. Я очень давно не ставил хореографии. Что-то мне не идет. А мы тренируемся в танцевальной студии Dance School. Это тоже от Жени и Юли. Вот такая вот студия. Мы уже тут частенько бывали, танцевали. Тут супер. Короче, сложно. Очень сложно. Я придумал одну штучку. И не могу ее сделать, особенно в музыку, потому что нужно сделать очень быстро, а задействовано должно быть все тело, и, к сожалению, не успевается. Но вдруг успеется. Сейчас надо потренироваться. Я сделал прям очень чуть-чуть, за часа три. Вот, еще я думаю, что у меня в костюме не все видно будет, все то, что я придумывал, поэтому придется менять костюм. Короче, работы еще дофига. Самая основная часть, которая самая насыщенная, впереди. А то, что я сделала, оно очень медленно. Короче, вот. Прическа супер. Сейчас, кстати, пойдем на класс к Алине и Саше Гориловой. У Алины Бариловой. Смотрите, какая красотка. Три и четыре и мама родная.
3 и 4 и 5. Ваня старается. 6. Сардан тоже вон старается. 3. Вон Эва тоже старается. Все стараются. Просто сложно. Посмотрите. Мамочки. Это вот Алина Барилова. Танцевали два класса, Алина и Саша. Было очень круто, классно. У меня какие-то грязные кроссовки. Лицо не буду показывать, а то я уставший. Короче, было круто. Было очень мягко у Алины и очень круто у Саши. Хип-хоп, прям хип-хоп вообще. Ваня меня дирижирует. Как мне снимать? Ну так вообще, наверное, да? У меня же рука длинная, как селфи-палка. Чуть повыше. Короче, вот. Мы сидим в кинозале, переодеваемся. Вот, больше ничего не делаем. Хотите посмотреть, как мы переодеваемся? Сейчас. Смотрите, мерч. Мерч Волга чем? Это так спотело? Это сухая. А, совсем не падает. Хай совсем не падает. Так, хорошо, поработал. Я тоже старался. Блок. А, ты что, снимаешь? Короче, это самые крутые. Это самые крутые ребята. Быстрая замена. А что ты не делаешь это при мне? Забудьте в один. Как ты услышала, я очень тихо сказал. Или там субтитры тут. Саня прям шепнул, скажи, как Кирилл слышит. Короче, вот так переодеваемся, вот так, примерно. Я сейчас буду снимать, как ты хаваешь. Это он перед своими подписчиками. Почему он в мою сторону, попочка? Обещай подписчиков называть подписотой. Подписотой? Да. Нет. Ну-ка, подписотой. Подпикирки. Подпикирки. Подписюнки? Подписюнки? Нет. Подписюшки. Подпитак. Вань, тебе подписюшки нравятся? Вот это уже что-то. Ну, приятно. Сегодня приятно. Давайте, ну, немножко обозрим, да? Обозрим. Обозрим? Это вот тут у нас перхоть. Да. Реально? Реально? Кирилл, не снимай, пожалуйста. А ты когда последний раз? Мылась. На прошлой Волге? Вообще-то вчера. Кошмар, Кирилл. Кирилл, у тебя черный. Знаешь, что страна. Один раз ты спал, и я сняла неприличное видео. Оно попадет тебе в лоб, если ты не прекратишь к Янке приставать. Ну я же шучу. Да никогда. Итак, вот, значит, сидим в другом заведении. Мое любимое заведение в Нижнем Новгороде под названием Цейлон. Вот тут вот так красиво. Смотрите. Потрясающая атмосфера. Вот все приехали. Ваня, как ты занят?
Мы ждем очень вкусную еду. Будем болтать. Чуть-чуть есть осталось после классов, поэтому сейчас отдохнем и потом будем делать что? Правильно, соло. Второе утро в Нижнем Новгороде. Мы опять с Куратами. О, привет, привет, девчонки. Только в Москве виделись, уже в Нижнем. Вот. Это мои подрастающие про, которые мы приняли. Надеюсь, вы их узнали. Короче, опять. Это традиция. Утро. Иван, как дела? Как настроение? Хорошо. Блин, можешь меня близко не снимать? Все тот же хвостик с нами все еще. Погодка сегодня, ну, попрохладнее. Меня только издалека снимать. Я не бритый. О, давай сейчас вот так вставим. Че это у тебя? Камера. А я думала, сова. Едем, что делать? Правильно. Напишите в комментарии. Вкусно? Да. Как всегда. Вот еще сидят девчонки тоже. Привет! Представляете, сейчас хожу по торговому центру старому, я его очень сильно любил. Небольшое уточнение, я родом из маленького города Кстово, который очень близко находится к Нижнему Новгороду, поэтому в своем таком подростковом периоде я, соответственно, ездил на учебу в Нижний Новгород из своего маленького города и работал там на разных специальностях, в том числе и в торговом центре. Вот. И работал в нем, знаете где, сейчас я покажу вам. Мне очень неловко снимать в торговом центре. Я еще не настолько привык к блогерству. Короче, раньше я работал вот здесь. Вот так же. За той же кассой стоял и принимал заказы в Бургер Кинге. Он даже с места не сдвинулся. Жесть. Трэш. Короче, я сейчас еду к семье повидаться с ними. Встретиться давно мы не виделись, и у меня у папы был день рождения, я ему покупал подарок, вот. День рождения сам я пропустил, так как у меня много работы было, но поздравить как бы все равно нужно, вот. Сейчас, короче, еду к родителям, видеться с ними, болтать и так далее, вот. А потом поеду обратно в отель доделывать соло, вот так. Ребят, это просто... просто полный пиздец. Мой брат младше меня на 10 лет. Он ходит в качалку, я нет. Хожу на весь серьёз. Все, я пошел в зал. Мой брат накачни меня. Ёп, перный театр. Показывайте раз. Вот так вот. Я же пухался. Это вот как всегда эта штука. А, чехол сразу же. Офигеть. И зачем ты тут? Ага. А, девчонка за рулем. Она сбежала к бабушке вниз. Это в гости. Что ты? Сейчас чехольчик положит, и вот уже такой тоненький. Нет, вот так. Пап, можешь спиной, пожалуйста, повернуться? Пожалуйста, пап. А че это? Хореограф. Мега, мега. Мега хореограф. Он старается. Сил нет. Нужно доделать сольник, а у меня завтра судейство весь день. Потом вечером тренировка с начинающими.
послезавтра тоже я сужу весь день и вечером две тренировки с моими, с творческой и с командой Lens Crew. Я не знаю, когда мне поставить сольник на послезавтра. Наверное, сейчас ночью, а завтра мне вставать в 8:20. А, вот такой Иван. Значит, сейчас у нас будут гости, звездные гости. Смотрите, сейчас кто подбежит к нам. Вот так вот через глазок мы посмотрим. Только еще для начала сфокусируемся. Ждем появления звезды. Оп. Вот она, хорошего ее. Приветики. Это твой видеоблог? Да. Ты что, меня без брата не видел? Реально? Только, блин, да. Блядь, ты меня месяц не видел? Так меня да, месяц, блин, уже. Окей. Я сняла брекеты. Смотрите, боже мой. У меня от радости аж штаны свалились. Вот такие встречи на Волга-Чемпе. Все видимся только на Волга-Чемпе. В Москве не видимся, а тут хоть увиделись. Ну и вот, и они такие, о, а кто? Парни, а вы чего это тоже танцевать приехали? Такие, да, они такие, а вы тоже завтра? Такие, не, мы 8-го. Они такие, ага, мы вот завтра, типа, у нас там дети тренировали. Ну, классно. Вот. А родители очень часто даже не знают, кто судит. Да. Бля, судьи говно, конечно, просто. На мыло. Мы начали судить. Кирилл зуб.
Короче, мы уже обсудили первую номинацию. Я чуть-чуть проспал выезд, потому что я последние дни сплю по одному, по два часа. И мы уже идем награждать. Уже хватит судить. Нас ведут. Короче, номинация начиналась в 8:45 утра. Вы представляете, да, сколько нужно было встать. Короче, все, мы сейчас уже идем награждать. Привет. Привет. Я на сцене волне. Вот она, самая лучшая сцена. Антон. Это Антон. Это Антон. Антонио Бандерас. Еще раз. Хореографы, бэйби. Это мой рэп-концерт, типа. Моя. Все, мы готовы. Третье место. Уезжает город. Что такое радостно? Хорошо. Тебе очень сильно, сильно рад. Кириллики. Три дебила. Я выспался. Нас дети зарядили. Кирилл проспал. Я проспал. А проспал, значит, выспался. Алло. Здравствуйте. Волга, работаем. Не видно. Привет. Готовились? Да. Тот, который 20-го будет? А, меня? Да. Кириллик. А я их. Ну ты чё там? Все нормально? Аннет. Боец. Подожди, против света не будет. Кирилл, прости, что так вчера вышло. Все нормально. Пиздец, я в ахуе просто. Ты мне видосы снимаешь? Здравствуйте. Ты почему такая черная? Скажи, вот так я хотела. Она говорит, остатки бали. Да врет она. Ты спал сегодня? У меня просто вообще вот как дела? Я вообще тут хочу спать. Халло, доброе утро. Доброе утро. Видите, что Алина сделала? Что она? А, завивочку? Она типа сохраняется? Отрезала? Ну да, у меня выпало много. Только чуть-чуть, посмотри, сколько. Ну красиво. Эва, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот и Сартана у нас подлетела. Доброе утро. Доброе. Вообще, нас очень много. Да, это типа, если что, у нас сходка команды нашей. Четыре человека. У нас
нас есть бич. Пёся. 6-9-6. Это девочка. Ага, значит, опоздунье у нас... Они. Они долго собирались, чтобы красиво сюда зайти. Привет. А чего ты не судишь, что ли? Я уже посудил. С 8:45 до 10:05. Элита. У нас еще Саш приехал с чемоданчиком. Привет. Отсудили. Позавтракали со всеми, встретились. Теперь идем на съемки. Потом опять судить, потом тренировка с начинающими. Потом постановка соло. А, постановка соло уже была. А я все снимаю. Алина, здравствуйте, доброе утро. Хорошенько уселись и 5 часов судим. Далеко все, на улице Минна, в 5 минутах буквально. Вот, у меня все охуенно. Также... Смотрите, у Жени. Все хорошо с ногой. Ура! Ручная одежда из серии. Украшения из эпоксидной смолы. Кама Майлстор тоже. По промокоду Логос, скидка 20%. Смотрите, машут. Так, ну что, давайте еще раз. Команды, Golden Champ, пошумим все, кто сегодня. А вот это супер-хореографы. Они большие молодцы, потому что они занимаются начинающими. Это красиво, Ксюша. Да, чтобы вас никто не врезался. Вы никому не помешали, окей? Что? А мы, собственно, Кирилл уже готовы объявить результаты номинации Best Show Kids and Girls. Мы отсудили. Номинацию было 43 команды. У меня уже началась тренировка с начинающими. А я вот награждаю детей. Давайте пошумим, прятаться, йоу, третье место! Пошел, Джуниор, ты пиво! Второе место занимает команда OMG! Номинации Best
Шо, Джуга, Бигина. Забираем. Win. Оптим, этот день почти подошел к концу, но рабочий так точно, видите там, что у меня внизу. Сейчас расскажу подробнее, что сейчас последнее было. Итак, как вы понимаете, я уже в отеле. Сейчас время где-то 11, по-моему. Значит, где мы там оборвали? Вот. Прошел чемпионат сегодня, да, сегодня первый день чемпионата был. Я сегодня судил всего лишь две номинации. Это Babies номинация и номинация юниоры-бегинеры. Вот в юниорах-бегинерах было 43 команды, это достаточно много, но нормально. Потом мы вот наградили ребят, у меня уже шла тренировка, а там Ваня меня заменял с моими начинающими. Я прибежал скорее к ним. Часок мы сейчас вот с ними еще потренировались, почистились. Повторяли, настроил я их, и завтра они будут выступать. Вот, завтра я тоже сужу, но их номинацию не сужу, потому что у меня там команда своя. И завтра тоже не менее объемный день. Я сегодня, кстати, доставил соло, да, во второй заход. То есть я сначала поехал на судейство к 8:45, потом делал соло, потом поехал на съемку, потом делал соло, доделал его. Потом пошел судить вторую номинацию, потом у меня была тренировка с начинающими, и сейчас вот чил. Но я планирую сейчас еще чуть-чуть поделать, повторять соло, потому что я не могу сделать то, что я сам придумал на себя. Там сложно что-то, быстро. Если я не успею отработать, то это будет выглядеть плохо. Я не хочу, чтобы выглядело плохо, хочу, чтобы я был уверен в этом материале, чтобы я его смог сделать сам. Вот, я уже все, конечно, уже разваливаюсь, но надо держаться, потому что еще вот эти два дня, и все. Самых основные. Ну, завтра еще такой, более-менее ненасыщенный, только вот начинающий у меня выходит и сужу, ну, и буду тренить. И вечером у меня тренировка и с творческой, с подрастающими про, и с Silent Screw. И соло надо потренить. И посудить. И своих настроить начинающих, и они выступят, буду переживать за них завтра. Первый раз выходит. Кто-то вообще первый раз выходит на сцену. Ужас. Ну, в смысле, ужас как переживательно за них. Надеюсь, что все будет хорошо. Ну, там так, грязновато, но, кстати, лучше стало. Все, наверное, рассказываю ничего, больше не буду. День супер насыщенный, супер яркий, очень много знакомых, как всегда, встреч. И так далее. Чемпионат уже проходит очень громко. Там 8:45, там был полный зал уже. Все орали, кричали этим бэйбисам. Вот. И уровень танцоров на самом деле вообще. Вот я как будто бы... Я подумал, что бэйбис отбирали номинацию, а ее не отбирали. Ну, то есть там вообще хорошие ребята были, молодцы. Что еще вам рассказать? Я лежу вот на кровати, очень рад этому. Безумно. Сейчас чуть-чуть прям потреблю жидкость, и чтобы мышцы расслабились, потому что все забилось после того, как я вот начал соло делать, потому что там какое-то избиение моего тела, просто издеваюсь я просто над собой. Но ничего, зато мощно будет. Надеюсь, если я сделаю. Но надо еще много там чего переделать, потому что мне не нравится. Вот, всегда там, когда делаю тоже хореографию, тоже много чего не нравится, но потом в процессе всегда чуть-чуть дорабатывается, исполняется по-другому и уже нормально. На стадии делания всегда сомнительно к материалу отношусь. Короче, осталось два денечка самых основных. Все только началось, а еще уже сил нету просто. Надеюсь, что этих сил нет на переживание, то я очень сильно всегда за все переживаю и нервничаю без повода и по поводу, короче, надо от этого избавляться. Но не избавляться до конца, как бы мне всегда нервы, они... Ну, переживания за выступление, они всегда мне помогают хорошо сделать выступление. То есть, если вы не переживаете совсем, это как будто бы вы, ну,
не дорожите, что ли, выступлением. Ну, короче, нет, можно как бы не волноваться, но как бы все равно переживать. То есть вот это нормальный подход. А можно вообще совершенно халатно относиться к выходу. Вот это вот, наверное, уже не то. Короче, я не говорю, что я вот трясусь и что нервничаю, что это хорошо. Нет, это тоже и мешает, и помогает. Короче, надо будет чуть-чуть себя успокоить, но не сильно задавить этот нервяк. Короче, уже бред какой-то несу. Сами слышите. Сейчас посмотрим «Битву экстрасенсов» серию и будем все ложиться спать. Потому что завтра, кстати, мне не так рано вставать. Но, возможно, я встану раньше, чтобы потренить соло. Да. Да, я так и сделаю, наверное. Вот. Сны по 2-3 часа. Не очень, конечно, но что делать? Что-то еще как будто я хотел сказать, но... Ну, наверное, все. Вот такой вот чуть-чуть мини-итог этого первого дня Волги. А на самом деле, как-то просто очень быстро прошло, потому что очень много было каких-то отдельных мини-дел, но важных. И как-то я перебегал между всеми, и быстро очень день прошел. Вот. И уже все. Сейчас буду показывать вам. Вы сейчас уже будете смотреть завтрашний день, а я сейчас еще посплю, отдохну перед этим, пожалуй. Но не сейчас. У тебя нет настроения? Нет, есть. Но я пока что не знаю, что сказать. Силы тоже есть. Наверное. Оставим хочется последние два дня? Да. Но на один. Да, на один. У меня завтра. Ну, нет, завтра тренировки. У Вани вот тоже команда потрясающе выходит. Угу. Да. Я там у меня зум. Не знаю, что сказать. Кстати. Всем доброе утро. Я встал пораньше, чтобы сделать соло, потом поехать на судейство. Сейчас будем завтракать. Вот это Иван, это сок. Ой, что-то не то взялось, конечно. Ладно, это была шутка. Никакого шампанского в 8 утра. Ладно, в 9, по-моему, сейчас 9. Вот такой вот завтрак. Такой вот. Опа. На самом деле, я думаю, что я не встану, потому что хочется выспаться. А мне не нужно было так рано вставать, только для того, чтобы соло потренить. Сейчас поедим и будем тренить. Ну, я быстренько сейчас поем, пойду тренить, потом судить. Так что... Мне приятного аппетита и вам, кто смотрит, приятного аппетита. Кирилл первый раз попробовал брюссельскую капусту. Блять, это вообще не вкусно. Ты закончил? Не советую вот эту зеленую голову. Она какая-то горькая. Вы знаете, что Нижний Новгород раньше назывался горьким? Верхний Новгород сладким. Да. Вань, как твое настроение сегодня? Хорошо. Нормально. Я недавно проснулся только. Понятно. Скажи про свой завтрак. Что у тебя в тарелке? У меня хэш-браун, кукурузка, скрэмбл, свекла с семечками, бутерброд с колбаской с сыром и маслом, помидорка, брюссельская капуста, которую я не буду, видимо, уже. Котлетка и хамон. Или что это? Да, хамон. И десертик. It's a match. У меня вот, кстати, кичунес, сырный соус, капучино и... Это вот, наверное, немного кому неприятно, не буду показывать.
три тирамису, как будто бы надо угадать вам, кому два, кому одно. Как думаете, напишите в комментариях. Так, Ваня тоже решил попробовать брюссельскую капусту. Сейчас будет вердикт. Ну да, не очень, но она похожа на тушеную капусту по вкусу. Ну да, только горькая какая-то. Да, неприятная. Мне тоже не нравится. Дизлайк. Видимо, видео этому лайк. Дизлайк этой капусте. Попки Кирилла лайк. Попки Кирилла лайк. Я работать иду с ноутбуком. Но ноутбук будет в качестве колонки. Это мой один из 100 вариантов костюмов. Он мне тоже не подходит, но хоть что-то. Ебать! Кирилл! Парадонтоз! Волга, день второй. Судилик. Очень хорошо. Логик. Волга, чем день второй? Тивана, Энекса и Тива. Все готовятся. Видите? Видите, все готовятся. Всем привет! Здравствуйте! Привет! Ты же, да, правда, его потом смонтировали? Да. Здравствуйте! Задача просто. Энекса и Тиуана, Энекса и Тиво, Энекса и Тиуана. Блять. Я очень плохо сейчас. Три члена? Тиуана, Энекса и Тиво. Не видно там в темноте вас. Кирилл Зуб с нами тоже. Частый сеньорита. Палец нужно побольше поддавать, окей? Об этом чуть позже скажу. И еще с нами Аня Тарасенко. Действия. Первая номинация отсужена. Сейчас будем награждать. Пойду. Вот такое закулисье интересное. Это вот Настя Юношева, тоже супер-супер-супер-супер организатор. Это самое лучшее просто. Это что, я буду во влоге? Да. Конечно, какой влог без тебя? Ты сделал тут все. Так, значит, из этого человека не прошло бы ни одно мероприятие, если он вступал в никуда, он, наверное, смотрит по зрению, передайте ему энергию! А вот это хореографы детей, юниоров. У нас сейчас идет прямая трансляция. Прямая трансляция, давайте... Энергия, обожаю его. Настя Тарасенко. Нет. Настя Удмуртенко. Настя Бульбенко.
зато камера Кирилла Цыганова готова уже снимала. О, да. Вау! Паша, ну можно нам кусочек какого-нибудь репола? Андрейка! Это самый лучший фотограф в мире! Свет делает тоже офигенно! Шума для наших судей, Кирилл Цыганов, здесь! Его уволят. Первое место. Короче, сейчас будет награждать первое место. Все готовы, волка? Вообще, похую. Москва, йоу, нас грим! Смотрите, кто у нас тут приехал на Волгу. Чия. Подожди, ты уже снимал же. Помнишь, мы сидели? Когда? Мы сидели в горячо. Ты уже снимал. А, блин, точно. Ну, да. Я тебя уже давно-давно не видел. Сейчас уже на тебя настроил. Мы не видели два дня, Кирилл. Смотрите, это очередь на... На что? На прогон по сцене. И вот тут вот стоят мои. Но я... Все держу в секрете, потому что я загадал загадку всему интернету. Да. Ну, нету, во-первых, стульев. Угу, да. Ну, вообще, вот мы сидим на подоконнике. Угу. Второе. Ладно, это только одно. Все закончили. Смотрите, видите, очередь какая. Привет. Готовы выступать? Да. Молодцы. Это мои, зеленым голубом. Это мои. А ты в смысле будешь? Это у нас проходит так, прогоны на подсцене. Вон там Кириллик танцует. Захарик. Я жду, пока мои сюда выйдут, и потом буду с ними прогонять по сцене по перестроению. Вот так же. Вот, ребята вот тут вот повторяют. Короче, ждем своей очереди. Ничего интересного, красивый цвет. Скажите, вообще, вообще классно. Скажите, прям он такой зеленый. 10 секунд. Алиночка. Оп, оп, оп. Итак, вот мои секретные начинающие. Вы готовы? Да. Смотрите, уже около сцены. Сейчас пошагают на сцену. Кто-то вообще в первый раз. Ужас, ужас. Переживания нет предела. Подходим сюда. Вот так проходят у нас прогоны. Смотрите, мои там стоят, повторяют. Молодцы. Как я сказал, так и делают. Блин, на самом деле очень страшно за них. Слава богу, что я не сужу. Сейчас посмотрим, кто там наши соперники. Понятно. Боже, как страшно. Как страшно. Все, пойдемте. Лёлю-то впустите. Давайте. 3, 4 и. Thank you.
Как страшно, ужас. Хотите водички из-под мышки? Я впервые на сцене, и это было классно. Вообще, там какой-то парень стоял около сцены, вот так, вот так. Он все кричит. Особенно на вот этом вот моменте. Какое ощущение? Очень потрясающе, классно, вообще очень. Можно еще раз? Спасибо. Пожалуйста. Да, пойдемте. Да, было очень вау. Я сейчас договорюсь. Хорошо, да. Вообще молодцы. Ну, правда. Не было, ну, заполнение такое себе, наверное, да? Да. Или... Нет, для первого раза вообще бомба. Бомба, да. Талантливо, видимо. Да. Карину ждем. Одну? Поздравляю вас с первым выступлением. Обнимаю. 15 подсумки. Это солнце. Да вы что, с ума сошли? Спасибо. Спасибо. Короче. Прям так. Обидела точно. Короче. Ну, с первым разом у вас. Спасибо. Было, конечно, грязненько, вы знаете. Но главное, вам понравилось, как вы да. Потому что, да, в принципе, зрительный зал был тоже хороший, и реагировали тоже хорошо. И вроде бы всякие моменты, которые, за которые я сильно переживал, они получились. Эти всякие случаи не стали. Вот. Грязновато, и везде сильно, но вы не на то начинающие. Просто надо было нырять, а вас написать в М1, почему-то. Но ничего страшного. Но вы молодцы. Спасибо. Хорошим. За 2 месяца это хорошо. Молодцы. Дайте красивый. Ну все, отдыхайте. Спасибо. Но потом мы разберем уже с руганием. Да. Сейчас веселимся. Что ж, мои оттанцевали. Мы с ними поговорили, поболтали. И сразу же едем на тренировку, потому что расписание-то у нас плотное. Сейчас у меня тренировка с Эйлен сначала, потом с творческой. Потом мне соло нужно будет потренить. Короче, опять плотный день. Ивана ждем. Делаем силу. Слишком серьезную тренировку, поэтому я особо не понимаю ничего. Вот, закончили тренироваться. Обнимаемся. Настроенные. Субтитры еще тоже такие. Интересно, там вообще нас видно? Можем чуть-чуть скучковаться. Алло. Не страшно. Фу, ну все. Да, вот реально, вот сильного... Сильного страха нет, есть просто переживание в моменте, ну, которое правильно. Все, спасибо, до завтра, высыпайтесь, хорошо поешьте. Переход был уже. А, да? Ребята, все, быстро выходим, у меня тут следующее трение.
Переход. Так что еще два часика и все. Да. Так, вот мы с моей творческой закончили тренировку. Устала? Да. От чего плачем-то? Не знаю. Не плакайте, рано еще. Я просто с ними поговорил. Рассказал, о чем номер. Это моя фишка. Я всегда рассказываю перед самим выступлением идею номера. Чуть-чуть настраиваю их, чтобы они были на свежих эмоциях. Да? Спасибо. Ура, вам спасибо. Идем отдыхаем срочно. Настраиваемся. Наташа, все хорошо. Вот. А мне что еще делать? Правильно, соло. Итак, прикиньте, я сейчас, ну, где-то минут 15 потратил на то, чтобы сделать вот это. И я надел ее сам. Прикиньте, мне получилось, блин. Ура. Значит, завтра выходим вот так. Короче, я так рад, что мне получилось самому надеть ее, потому что я не знаю, кто бы мне завтра помог с этим. Надеюсь, это кто-нибудь увидит. Еда, ура. Короче, время 3 ночи почти. Мы с Ваней перед самым главным днем, я его запряг, чтобы он мне помог надеть глаза. Видите, получилось. Один надел я. Надел на себя. Одел один он. Вот. Но это тот, конечно, долго мы надевали. Но получилось вот так вот. Мне нужно будет вот так вот танцевать. Ну ты милый, ты на зверька похож. О, отойди вот сюда по цвету. Ай, блядь. Ой, блядь. А вперед чуть-чуть. О, а назад чуть-чуть. А подними голову наверх. Во. Ой, я не могу. Так видно. Вот. Ну нахер. У меня вот такая прическа вот. Я побрил грудь. Контент подлетел это, хороший. Это вырежем. Рустам, вырезай. Вот такой вот у меня нарядик с черными глазами. Итак, день чемпионата. Время 7 утра. Сейчас мы будем собирать все костюмы, приводить себя в порядок. И я уже вот сходил в душ, помылся. А, побриться еще надо. Или не надо? Как думаете, напишите в комментариях. Собрать все костюмы, пойти, регистрироваться. Потом прогоны с одной команды, потом прогоны с другой команды, и потом прогнать не по сцене, а повторить все с творческой. Потом повторить соло, делать соло, что-то посмотреть ледис, что-то там еще. Потом вот у меня выходит моя творческая. Потом мы идем повторять сейдин с номера. Потом будет соло. Я смотрю на друзей своих чуть-чуть и готовлюсь, запихиваю линзы. Потом танцую, надеюсь, нормально. Все, потом уже номинация, где мы с Эллен выходим. И все. Потом награждение. И потом еще шоу-кейс на Awards. И все, потом досматриваем Awards. Кстати, на Awards мы первые. Выходим. И все. И все, мы будем свободны. Иван, выйди, покажи свое доброе утрошнее лицо. Ну, вообще-то, нормально. Ты там постарался, чтобы вот, не я сильно доброе утро. Я помыл валкой, тоником и помазал с кремом.
Ну что ж, вот такое доброе, веселое, быстрое, бодрое утро. Собрались, побежали. 7 утра на наступление, блин. Все. Идем в этот важный день. Надеюсь, что мы все взяли. Хорошо, что с просонью ничего не понимаешь, а то можно было уже сильно переживать. А так особо не переживается, конечно. Зачем переживать, если можно не переживать? Сейчас идем за кофом и побежим к своим командам, чтобы прогнат. Песня Галилея. Oh, baby, do you know that world? Oh, heaven is a place on earth. You say in heaven, love come first. Oh, in heaven is a place on earth. Доброе утро. Нормально. Доброе утро. Доброе утро. Ой, все такие в черных очках, и я один. Доброе утро, здравствуйте. Лиза. Доброе утро. Доброе утро. 80? Да. Вы уже оттуда? Сколько? Сейчас 8.30. 8.30, вы посмотрите на эту очередь. Кстати, она с 5 утра стоит. О, Маша, привет. У нас не отвечают Маша и Карина, они проспали, походу. Да. А еще кто третий? Даня едет. Даня едет. Жесть, просто смотрите на эту очередь, это просто какой-то гэш. О, мои стоят. Евгений, доброе утро. Доброе утро, мы снимаемся во влоге. Влог, через 3 года мы увидимся с вами. Да все. Сейчас, будет, наверное, 2026 год. У Кирилла вышел влог. Мы здесь вам из прошлого в будущее вещаем. Здравствуйте, моя команда. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе сейчас подожди, 0.5, вот так. Айдарчик. Доброе утро. Элинчик. Просто ужас какой-то. С днем рождения! Любидогала в окружения. Она. И самых преданных друзей. Жордана! С днем рождения! Спасибо! Хорошая моя. Добряк года! 2026 год. Мы во влоге Кирилла. И как настроение? Как отлично, шок есть у кикстепов? Йоу! У меня жестко воздушно после 6 утра. О, мы да. Сегодня играем в офигенный день. Мы придумали, что сегодня офигенный день и играем в это. Надеюсь, что это так. Блин, это так. Сардан, блин, с днем рождения. Спасибо, блин. Кирилл, вообще. Кого я вижу? Я вот так в конце делаю. Карина! Привет! Ой, блин, я тебя там это, нет, сисечку тебе не помяла. Я, Кирилл, ты там будешь смотреть, короче, ну, короче, там такая девочка в кепке вот так. Вот так качает, так, вот так делает, короче. Как, вообще кепок, супер. Там толстовка еще, короче, кепка, там обзор. Смотри, коричневый. А, это Ваня, это, что ли? Да. А, все понятно. Ребят, это Карина Рушкевич, супер девчонка, блин. Это что, прямой как эфир? Дела? Нет, это влог. Это влог. А кто-то блогер у нас теперь? Да. Ё-моё. Чё ты как? Я нормально. Чтобы не спрашивала. Да, блин. Ты как? Я нормально. Доброе утро, мои родные. Как дела, Вась? Сегодня утро второго дня, весна. Как дела, Ксюш? Так, а мои тут выполняются. Ждем остальных. Дарья, как настроение? Прекрасно. Здравствуйте, как настроение? Хорошо. А у вас как настроение? Нереалка. Кстати, уже как много их. Ну, точно не 24. Не, ну, знаете, тайм-аут, ну, да. Ты как будто наш менеджер какой-то в такой картине. Не, они сказали распальцовку, я и придумала. Давайте напишем первое место. Диплом уже выдали? Да. О, можно сегодня все участвовать, просто дипломы забираем и все. Доброе утро, мои родные люди.
Посмотрите на эту атмосферу. Короче, две девочки проспали, и вот сейчас они выдают, что мы уже стоим на конец сцены, а они спят. Смотрите, это магический космический выход на сцену. Чуть-чуть двигаемся, давайте. Сейчас надо быстренько прям прогнаться. Иришка! Привет! Как дела, Ир? Как настроение? Настроение? Не знаю. Привет, Оль. Доброе утро. Так, а ты что не идешь? А ты что не идешь? Куда надо идти? Я написал в диалог, идти нужно на третий этаж. Ага. Резко. Быстро отсели. Идите. Ты гаешь? Кому? А, с охранником. Охранником? Да, что они не так сделали? Рассказывай скорее. Я потому что была с чемоданом, с сумкой, стул, эту сумку, пальто. Я захожу, он мне говорит, открывайте чемодан. Я говорю, серьезно? Он говорит, да. Ну, еще с таким лицом. Я думаю, на подоконник вот так вот читаю пальто. Сумку, блядь, я телефон, представляю, почему я это не снимал? Вот так вот кидаю. Он такой ко мне подходит и говорит, это что за концерт? Вы сейчас вообще не зайдете. Вообще не пройдете. Я говорю, да? А я думала, только меня одну чемодан заставили открыть. Вот. И что? Я ему начинаю, он говорит, не здесь. Я говорю, а где? У вас специальное место для досмотра? Он говорит, да. Я говорю, хорошо, я беру чемодан, иду. Я говорю, где вот здесь? Он говорит, да, у зеркала. Два шага. Я туда такой, сумки свои берите, то с подоконника. Я беру эти сумки, а все мои вот так стоят. Да, все напряглись, все, наверное. Все, кто там был, я думаю, пиздец, потому что все вот так вот смотрят на нас, потому что мы с ним, он меня, я на него. Вы, походу, одинаковые просто. Блядь, я открываю этот чемодан вот так, прям сажусь, сумку вот так вот все вытаскиваю, вот так вот. Все. По-хорошему не можешь. Я просто так, спасибо, что ты там налила. Я ему ничего не сказала. Я вот так на него смотрела. И закрыла. И вот так вот все, и ушла. Короче, Иришка на самом деле очень добрая. Ее просто лучше не злить и не расстраивать. Как это? Я уже подумала, я же принципиально, я думаю, ну, блядь, угоняй, похуй. Ну, типа, эти сами выступят, соло, да насрать, я все равно не готова. Я уже думала уходить, а потом думаю, блядь, рэп. Они как без меня? Вот. Ты уже реально думала уйти? Да, потому что я думаю, да похуй мне. Я сейчас пойду. Трэш. Ну, ладно. Вот такая история утренняя. Очередь там все еще большая. Надо еще прогнать моих. Вот идем мы с Иришкой по Волгу Кэмпу. Ой, Чемпу. Вот она, значит, вот и все, блядь, вот соседи, значит, мои вообще тут. Вот они тут, блядь, так живые. А я не очень. Ага. Вы все полуживые. Да вообще, если честно, я уже хочу 10 число, знаете что? Нет, пила 4 часа назад. Вот здесь вот просека, вот здесь вот еда, вот тут вот сериал, а там макар ножик. Отлично. Вот так хочу. Ура! Саня, привет! Боже, какая красота! Очень красиво. Это влог. Как вам танцевать в 10 утра? Лучше бы спросил, как это. Вы уже танцевали, да? Снимали? Нет, 4 вставать. 4 вставать. Ужас. Вы как? Ты жив вообще? Да. Да? Ну, нет. Это кто это у нас тут? Здравствуйте. Как дела, Ань? Прям настолько? Да. Ты блогер? Оцениваем лук. От 100 до 100. От 100 до 100. Как дела, мать? Рассказывай все. Ну, все нормально, все. Я... Поспала? Я, кстати, мне кажется, не человек, который здесь поспал. Я спала 6 часов, купе одна, вот так просто. Вообще, просто отлично. Ну, я 4, ой, нет, 3. Ну, ладно, все нормально, у нас здесь люди, которые вообще не спали. Долго это будет? А что это?
Это влог, я просто снимаю влог. Реально? Да, я теперь влог. Да не гони. Если этот... Нужно по кругу танцевать. У меня плохой. Это не рабочая моя сторона. Я разобью. Все сели на мой влог. Садись, присядь. Правда, так надо делать. Веселая Катя из Красноярска, Ваня говорит. Доброе утро, Кириллик. И тут и я. Короче, танцоров, блин, немереное количество. Лер, ты готовой? Вообще, на все 100. Проснулась недавно. Так вот, снимаю. Вот такая вот у нас стойкая регистрация. Ребята уже замучились, наверное, зарегистрировать всех. Мы рады. Вы рады? Да. Мне вот мама пришла. Моя хорошая, красивая, обворожительная. Оп, чик, быстренько все надели. Все хорошо работает. Спасибо. Провожаем маму. Вип-персона. Я персона вип, вип. Алена Гуменная. Смотрите, какая красотка, блин. А это ее машина танцоры. Да, это вдвоих лучшие танцоры. Да. А это кто у нас тут? Привет, привет. Как дела? Хорошо. Готовы? Да. Вы какими выходите? Ну, я, кто какая? Я девятая, а Даша четвертая. О, так интересно посмотреть на вас. Удачи вам. Хорошо? Ты влог снимаешь? Да. А это супер родители. Обожаю их, тоже хочу обнять. Ой, скоро все начнется, уже вот видите, все уже толпятся. Айдарчик. Айдар, как дела? Хорошо, сейчас Кингстепа будет выходить. Очень интересно, да? Очень интересно, да. Там наши ребята участвуют. А ты что не участвуешь? Потому что я выбираю тренировки, Эллен. Итак, смотрите, короче, теория, что если начать хлопать и кричать, то все подключатся и будут хлопать и кричать. Сейчас мы это проверим. Это страшно. Давай, давай. Работает, Вань. Если начать хлопать и кричать, то должны все подключиться. Блин, ну я думаю, кто у нас вечно за сценой хлопает, вот бесит. Мы стоим, там готовы, знаете, кто-то такой хлопает. Блин, мы еще там, звонка не было. Звонка не было. Это что, автопатия? Короче, все стоим, ждем открытия Волги, шоу-кейсы от судей, вообще очень ждем. А что-то видно? Да. Вышку включи. Стробоскоп сделай мне, пожалуйста, нормально. Молодец!
все ученые. Все всегда стоим, дышим свежим воздухом. Семен, как дела вообще? Хорошо, скажи. Жду влог через 2 года, который будет. Почему все думают, что я через 2 года? Ну, все на самом деле так говорят, и я сразу же такой, нет, я его сделаю завтра. Все, у меня, если что, есть ноутбук, пиши, можно смонтировать. Не обязательно пленку клеить. Я так понял, с этим проблема, поэтому все думают, что через 2 года, что ты как в старые времена клеишь пленку. Да, это как бы правда долго. Смотрите, какая звездочка у нас тут. Привет. Че, как? Я хорошо. Первом, седьмой. Я помню, что мы. Не в кофейне. И почему-то не в баре. Не в баре, не в кофейне, вообще не в жопе. Просто на улице. О, Вадим! Ой, блин. Вообще, да. Ужас. Место встречи. Это Лёшка Мечетный. А я думала, сам. Короче, вот так. Вот Алексей Мечетный. А ты что, видеобор? Да. Обалдеть, ты дома? Ну, примерно 3 дня назад. 3 дня назад? Спасибо. Ладно. Я пошла в кофейню. Ужас, очень много знакомых, все знакомые, со всеми нужно поздороваться, пообниматься. Ужас. Настя, все еще тут. Смотрите, кто у нас тут еще. Как там у нас песня была? Ну вот это, с танцев. Дуэт мы с тобой танцевали. А, я рад, так рад. Точно. Я до сих пор, мне кажется, помню. Я очень рад, радуюсь сильно. Да, это мой видеоблог. Приходите, сплетаться.
О, да. Ди супермастер по заплетанию кос. Мне кажется, все у нее просто заплетаются. Даже конкурентов нет, мне кажется. Ну, я тут вижу тех, кто был не у меня, и такая... Сейчас будут выступать Иришкины! Сейчас мои выступают! Я боюсь! Страшно? А я-то потом тоже выступаю, но я не готова! Мне очень страшно! Ну ничего, сейчас разъебут! Да? Да! Переживает! Давайте еще дадим аплодисменты! Ну, вообще супер! Вообще молодцы! Вообще супер! Ноги, блядь, не подняли! Ноги, сука, не подняли, блядь, ровно! Пойдем ругать скорее! Команда Шивот, еще раз давайте проводим их аплодисментами! Супер, мы идем дальше! Пока что, простите, но остаемся... Смотрите, я уже потренил соло и весь это как ее. Теку. Где команда? Ушли. Где моя команда? В ту сторону, наверное. Команда моя, сюда! Ну и как? А ноги? Лерочка. А Лера? Ноги, Лер, ноги. Самая первая или самая последняя? Полетела очень быстро. Да, да. Вообще не синхронно. А так вообще-то я из Эллен Скрю. А Кирилл видел, наверное, выше, он скажет. Нормально было. Вот идем прогоняться с моими Outlanders. Надеюсь, найдем место на 24, блин, человек. Вот, давайте вот тут. Стойте пока здесь, я заполняйте пространство, я пойду пока тут. У нас тут еще одна звезда прибыла. Меня уже знали. Я уже была. А ты что приехал? Я тебя не видел в списках. Я это по промокоду Глотов. Special guest. По промокоду Глотов. Это ты видеоблог? Да. На YouTube, судя по тому, что ты камеру... Это вот в конце девочка осталась. Серьезно. Но ты камеру не бросил. Там Тёма голый в глазах. Голый в глазах. Это... Смотрела... Подготовили луки на Black Tie? Честно. Как дела? Хорошо, я впервые на Волге. Почему ты выступаешь в шоу-кейсе? Потому что я его сделала. Ну почему не в номинации? Не я одна. Потому что
я сыкуха. Я признаюсь, я сыкуха. Ладно, я тоже Санти, там сколько лет у нас там было. Вот мы первый я раз. Ой, да, я рада, что ты выходишь на соло. Ты сам да, рад? И соло это вообще ужас. Я вот уже весь раз переживался. Дашка! С косами. Я очень рада вас видеть. Я так уже хочу посмотреть ваш номер. Геля Самарина сделала, блин, маникюр. Смотрите какой. Нет, давай, ну покажи. Эллен. Офигеть. Сэ не надо. Да, тоже хорошо. Это черненький просто. Это а вообще, блин, лапа. Мы вот сейчас собираемся с Эллинсами прогонять номер. Сардана выступила у нас очень красиво. Эва у нас выступила очень красиво. Айдар еще выступил красиво. Где он? Где-то. Короче, вон он. Тоже, видимо, расстроенный. Скоро еще пойдет Алина Черновская в соло, Ульяна Смольнинова, Иван Маслов, и еще Геля, и еще Алина, наверное, и я еще пойду. Короче, вот. Юль, так... Are you ready? Yeah, are you Молодцы, хорошо станцевали. Почему-то только платят всем. Может, я тебя? Гэша. Ну, давай попробуем, да. Значит, оттанцевали номинацию соло. Вот так вот я вспотнул в бане. Очень красиво танцевал. Он уже выступил. Кирилл лучше всех. Было хорошо, вроде. Ну, по ощущениям. Вот так. Конечно, больно. Да, особенно когда первый раз. А в них темно? Нет, вот эти нет? Прям с дырочками, да. Я подевалась. Ты хоть тебе больно? Угу. Я уже мечтаю о том, чтобы вот снять их. Физически здоровые, обычно это не могу. Все, нет! Да, блядь.
О, да. Кирилл, мне кажется, я реально вечно могу смотреть. Я и растворами каплю на фоне. Да, сейчас. Значит, вот у нас еще приехала одна звездочка, Дарья Ролик. Дарья на и сам охуел. Смотрите, у нее милые звуки. И вон там Настя Чередникова, смотри. Отлично, с оптички. Агнес, когда? Когда танцуем? Сколько людей. Смотрите, трюк у 11 у Ваниной команды. И нахрен! Смотрите, уже в каком костюме. Ой, запить, пожалуйста. Смотри, что еще есть. Вань, удачи. Спасибо большое. Хорошего танца. Спасибо. Легкого, классного, потрясающего. Спасибо. Это видеоблог. О, ты как? Так, какая сегодня прическа? Как, привет. Это такая классная видео. Спасибо. Ужас. Да, тут, если что, видео, влог. Это что, бьюти-обзор? Да, вполне. Телефон чей? Кирилл, не спой. Ты забыл телефон. А, блин, точно. Я уже второй раз в этом забыл. Thank you.
первое место. 12 Шоу Про. Занимаем талантное из... Москва! В общем, я был безумно рад этой победе и горд за нас, за своих ребят, что мы сделали это. Как видите, под конец я мало что снимал, было еще очень много крутых участников, всех, к сожалению, я не смогу вам показать, иначе этот влог еще дольше затянется. Впереди нас еще ожидала премия Volga Awards, на которой мы танцевали шоу-кейс Селенс, но, слава богу, мы выступали в начале. Сейчас тоже посмотрим фрагменты и перейдем к автопати. Keep sweating, thoughts on my enemies. With the tongue, come energy, baby. Keep sweating, thoughts on my enemies. With the tongue, come energy. Let me tell you about the room, sound, silence, loud. The drive is up, my guard is down. My freak feels safe in your arms right now. So we just keep sweating. Шок-контент просто. Отсните лук. Катя Решетникова. А помнишь, ты меня постоянно снимала? Да. Вот теперь я тебе. Не снимать, не снимать, не снимать. Катя! Все, стоп, стоп, камера. Катя, я не могу выключить камеру. Катя продолжает снимать. Да, да, все. А я выключил. Hello. Пойдем пить. Видишь, пойдем пить. Так, значит, вот такая вот, вот такая вот у нас вечеринка после всех выступлений. Все очень красивые. Пьют сок. Все сразу достали телефон, когда. Нет, там бургер и колечко, она его кусает, а у нее передние зубы, от, ну, типа, прикинь, откалывается, я такая, блядь, нет! Я, конечно, не особо красивый, ты приводнула, где у тебя восстановлено, это удивительно. Ну, вообще, я сама, да, оттянешь ты от меня, я же сейчас, ты, в этот раз мы рады прийти, это компот. Мы тут на автопати пришли. Ура! Волга чем? Автор парим. Вообще расскажите зрителям, что мы первое место заняли. Да, мы, кстати, первое место заняли. Я, конечно, несказанно рад. Все прошло хорошо. И я очень сильно устал. Короче, вот. Сейчас пока что отдыхаем, потом расскажу поподробнее я. Да?
WKO. Пиарить свой аккаунт тебе не западло. Может, сам путешь, пока тебе не поздно. Узкие джинсы, кепочка, косы, хотя стоп. Всем... Это было хорошо, это было хорошо. Это Юля, это молодой начинающий рэпер, блядь. Дай бог. Юля Тихомиркина. Громкина, да? Громкина. Разъем. Блядь. Тихо. Тардана, с днем рождения. С днем рождения. И тебя, Кирилл, с днем рождения. Спасибо. Как думаете, как выглядят танцоры после Волги и автопати? Блять, а вспышка-то зачем? Вот так. Так, значит, утренний подъем, ну как утренний, 12 часов вообще-то. Очень хорошо выспались мы. Смотрите, какая у меня футболка красивая. Вот такая вот. Сейчас чуть руку не сломал. Нужно сейчас собрать все вот это вот. И как-то повезти в Москву. Ваня Хвостик. Хочется просто по щелчку пальцев, конечно, оказаться в Москву. В Москве. Но не получится. Что ж, чемодан собран. Пакетики, цветочки. Вот я, Ван. Ван сейчас собирается, он позже уезжает, а я чуть раньше, вот, не знаю, в город. Вот снова я.
Вот вино, которое мы не допили. Блять, Вань, мы потратили много денег на это. Все, уезжаем из Нижнего Новгорода. Но на самом деле я рад, что это все закончилось, потому что было очень сложно, было очень сильно насыщенно. Очень много людей, со всеми нужно пообщаться, потратить энергию, все дела. Но, конечно же, это все супер. И там буквально через неделю я скажу, блин, как круто было, хочу еще. Но пока что не хочу еще. Тело очень сильно болит. Я вчера под конец дня в обморок падал там, на награждение. В общем, хочется отдыхать теперь. Но было хорошо все. Все, влог закончен.